Кришна говорит, шада майо ям пурушо. Пуруша – это мы с вами, маленькие частички. А шада майя. Майя означает сотканный. Шада майя означает сотканный, сотканный из веры. То есть это наша природа – верить. Верить, принимать какую-то истину. И от слова, у слова вера есть несколько граней. С одной стороны, вера, конкретно о чем говорится в 17 главе, это принимать какое-то существо выше нас и, соответственно, обращаться к нему за помощью. То есть это какое-то поклонение. По словам «вера» речь идет о каком-то поклонении. Но также слово «вера» — это, в принципе, принятие любой информации за истину. В принципе, это про одно и то же, но разные грани. То есть, когда человек принимает за истину, что Земля плоская, есть такие люди в интернете, их много, они считают, что Земля плоская, что это всемирный заговор. Вот вы смеетесь, а они приводят аргументы. То есть человек берет какую-то информацию. У нас много информации, со всех сторон у нас идет этот поток информации, но обратите внимание, что из всей информации, которая к вам приходит, вы берете какую-то информацию и говорите, это правда. И живете на основе этой правды. Хотя информации много, но какую-то часть информации вы говорите, вот это настоящее, это правда, и я буду смотреть на мир сквозь эту информацию. Правильно? Кто-то говорит, был всемирный когда-то там взрыв, да, был взрыв, и оттуда все появилось. Вот он, этот человек взял эту информацию за точку опоры и смотрит на мир через эту информацию. Он говорит, это правда. То есть вера, значит, признать какую-то информацию правдой. Логично, нелогично. Интересно, мы так устроены, что сначала мы что-то принимаем, а потом логично объясняем, почему я это принял. Обратили на это внимание? Да. Что когда говорит, почему ты пришел в Хари Кришна? И человек говорит, ну как, ну вот, ну самое высокое, это древнее, там и все такое. Ну не так же было. Прасад ведь, да? Это же был прасад. Это были люди, вам понравились люди. Вы получили ответы на свои вопросы. У вас были какие-то вопросы. Притом, если вы получили ответ на эти вопросы, ну, у всех же людей разный вопрос. И в каких-то организациях вам на эти вопросы не ответили. Но были люди, у которых был другой пакет вопросов. И на их пакет вопросов в той организации им ответили. Они были довольны. Но вы были недовольны. А тут вы получили ответы на свои вопросы, люди вам понравились, да? Еда была необычная, запах, что-то такое родное. А потом уже вы стали все это объяснять. Пуруша, еще раз, шрадамайо ям пурушо. Пуруша соткан из веры. То есть это природа живого существа, что ему нужно во что-то верить. А иначе как оно будет двигаться? Это точно так же, как компьютер, если у вас есть компьютер. И там не загрузить Windows. Как он будет реагировать на нажатие клавиш? Попроще, да? Вот, если вы в кастрюлю ничего не положили и поставили ее на, ну, как бы, на газ, вот что должно приготовиться? Понимаете, да? То есть, если вы туда ничего не положили, то непонятно, что должно получиться. Ясно? Если вы, ну, уже для этой стороны, если вы в компьютер, там нет никакого, ну, программа не загрузилась, то компьютер будет не знать, что делать, когда вы нажимаете на клавиш. Если ваши телефоны, ну, не загрузится Android, да, то он не будет реагировать на ваши нажатия, потому что он не знает, как на это реагировать. И точно так же живое существо, если туда не загрузить, кто я? Живое существо хочет, я хочу что-то делать, а кто ты? Не знаю, а что делать? Тоже не знаю. Ступор. Поэтому нам обязательно нужно, информация должна быть. Иначе непонятно, что делать, куда идти. Правильно? Да.